Всем привет! Сегодня мы посмотрим на конструктор Лего серии Звездные войны, номер набора 75191. Звездолет джедаев в гиперкольце. Я так образно перевел. В принципе, вы можете увидеть, как он называется на самой коробке. Поэтому возможны варианты. Самое неинтересное. Значит, разделитель у нас был. И вот такие вот запасные части. Ну, в принципе, можно ожидать. Это ракетка, пимпочки различные, пистолетик. Вот такой вот рукоятка меча. И затем вот эти обвесы для шлема Джанго Фетта. Ну, такие вот стандартные, которые надеваются на шлем. Дальше. Отставляем. Это такое неинтересное то, что будет в видео. Наклеечки. Вы видите наклеечки. И вот инструкция была вот в пакетике. Она размером с лист А4. Ну, в смысле, по размерам, не в толщину. Это тоже неинтересно. Откладываем. Ну, кому нужны эти наклейки? Так. Инструкция. Большая, толстая. Рисунок повторяет из то, что на коробке изображено. Много всякой. Как... чего собирать? 6 пакетов было. Может, кому-то надо. Все вот это вы можете найти на сайте Лего. Там есть инструкции. И, в принципе, вот вся инструкция, ее можно скачать в PDF формате. Если вам интересно посмотреть, на какие детали сюда входят, можете также туда заглянуть. Ну и вот такие вот наборчики были тогда у нас. Выпускались в каком же это году выпускалось? Ну, короче, вот. Это, так понимаю, Лего Звездные войны игра. Но не важно. Ну, такое. Теперь возьмем подставочку и будем смотреть на наших героев. Ну, вот такой вот у нас робот. У него есть название. И какое же у него название? Чтобы я был точным. Вы пока смотрите. R4P17. R4P17. Вот такие у него принты. Вот так вот он. Ну, обычно такими роботами роботы были на звездолетах, каких-то есть там истребителях для починки там внешне. Ну, понятно, что даже если ты ожидаешь, ты сильно долго не будешь без атмосферы. Так, теперь у нас вот такой вот паренек, вот с таким оскалом, Боба Фетт. Это клон Джанго Фетта, ну, можно сказать, Джанго Фетт там какой-то серии. Он не рос быстро, ну, как клон. И ему как бы отдали Джанго Фетту таким маленьким. Вот такая вот у него выражение лица. То есть вот такой со скаликом. Никакого оружия у него нету. Вот такой он на маленьких ножках. Вот такой вот будущий охотник, один из крутых охотников за головами. Так, а теперь его как бы отец, Боба Фетт. Сразу снимем шлем, бородатое, ну, то есть не бородатое, а щетинистое лицо. Вот так вот классно сделано.
его костюм. Сзади у него такая ракетный ранец. Второго выражения лица нету. Ну и его шлем красивый, на который мы можем вот сюда вставить всякие навесы, там антенку, какой-то визор. Ну, два пистолета вот таких вот. Так что вот так вот. Такой вот Джанго Фетт. Ну и пилот истребителя, один из самых лучших джедаев во вселенной. А может и не самый лучший, но вот такой вот у нас Оби-Ван Кеноби. Оби-Ван Кеноби, у него нарисована гарнитура. Там вроде как общается с кем-то в руках световой меч. И вот у него еще есть второе выражение лица, такое немножко озадаченное. Он в плаще джедая. Да, даже в халате джедая. Одежда такая. Да. Одежда джедая. Так. Теперь о главной постройке. Это у нас я буду считать это полностью укомплектованный джедайский истребитель для путешествий в гиперпространстве. Вот такой вот внешний вид. Вот видите. Вот так вот. Наклеечки должны присутствовать. Вот так вот. Сзади. Видите, так вот. Для удобства игры мы можем брать его вот так вот за эту прозрачную часть. И вроде как мы куда-то там летим с помощью гипердвигателей. Справа и слева мы ускоряемся. И там куда-то там чимся. Ну понятно, вот здесь вот мы садим. Вот есть такая принтованная деталь. Может вам что-то напомнит. Ну, мне, честно говоря, ничего не напоминает. Ну, там какой-то прицел, когда Оби-Ван Кеноби гнался за Джанго Феттом. Ну, понятно, что вот все. Сюда мы садим пилота, а именно Оби-Ван Кеноби. Вот сюда мы отделяем верхнюю часть этого робота. Сюда устанавливаем, и вот он вроде как здесь находится. В других звездолетах есть специальное место, где с углублением, где мы не разбираем нашего робота. Ну вот, внизу, это я уже начал просто сам этот, в гиперкольце есть вот такие две, как это называется, устройство для выстрела ракетками, ну вроде как лазеры такие, и вот он так летит. Но мы знаем, что это для гипердвигателя. А для того, чтобы звездолет летал отдельно, мы можем сделать вот так вот. Вот здесь есть вот такая штучка. Мы нажимаем на нее пальцем и снимаем наш истребитель вот с этого гиперкольца. И ставим это отдельно. Так, и теперь уже звездолет отдельно самого Оби-Ван Кеноби. В принципе, возможно, можно сюда и устанавливать другие звездолеты из вот таких подобных конструкций. Но для этого нужно, чтобы были вот такие две детальки. Видите, они туда входят и надежно он крепится. Также он может сам становиться вот на такую подножечку. То есть вот он раз и вот так, ну, так стоит вроде как. У него два таких устройства для выстрела. Да. Ну, такой простенький звездолетик. Истребитель. У него что? Ну, что он может стрелять? Это открывается кабина. Ну, вот этот стекло. Немножко вот так двигаются эти крылья. Все. Давно я уже
должен был снять этот обзор, поэтому, ну, так дошло такое время. Если вам интересно, ставьте оценки, ну, как интересно, ну, оценивайте видео, как вам понравилось, не понравилось. Может быть, я еще делал чего-то, распаковку какого-то конструктора, но не снял видео. Ну, сниму, если вам это будет интересно. Вот в комментариях под распаковкой этого конструктора парень, ну, человек написал комментарий, что вот где же сам обзор этого набора. Вот обзор набора. Если интересно, еще раз повторю, что оцените. Поделитесь, может быть, со своими друзьями. К сожалению, этот набор уже трудно найти, но в том магазине, где я его покупал, его уже не продают. Поэтому так вот. Возможно, где-то есть какие-то китайские аналоги, поэтому очень, как бы, рекомендую тем, кому нравятся «Звездные войны». Собирался он здесь просто, потому что это Лего, они всегда так делают, чтобы не было слишком сложно. Китайские аналоги, наверное, тоже будут собираться хорошо, поэтому этот конструктор я рекомендую тем, кому нравятся вот такого плана наборы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делитесь этим видео с твоими друзьями. Смотрите другие видео, которые уже тут где-то мелькают у вас перед глазами. Ну и подписывайтесь на канал распаковок. Ну, там тоже есть чуть-чуть обзоры Лего. Всем пока, большое спасибо.